На данном этапе противодействия экономическим последствиям пандемии одной из основных задач является поддержка бизнеса. Льготы, послабления, отсрочки в налоговом плане, адресная помощь в решении проблем. Полным ходом работа идет и в Бухарской области. С премьерами из свободной экономической зоны Гишдуван репортаж программы. Наладить новые производственные мощности и удовлетворить спрос не только отечественного, но и зарубежного покупателя в качественной высокотехнологичной продукции. На эти цели направлены перспективные проекты, реализуемые в свободной экономической зоне Гишдуван. Так, например, на этой территории при поддержке Бухарского областного хакимията и ассоциации «Успромстройматериалы» реализуется ряд инвестиционных проектов по возведению и запуску предприятий, задействованных в индустрии стройматериалов. На сегодняшний день на территории свободной экономической зоны Гишдуван в целом 42 проекта общей стоимостью 142 миллионов долларов. Из них 6 проектов по производству строительных материалов на сумму 35 миллионов долларов. Для реализации проекта по производству строительных материалов, продовольственной и непродовольственной продукции выделено 200 гектаров в Каганском районе и 67,5 гектаров в Гишдуванском районе. Для реализации проекта по производству строительных материалов общей стоимостью 1,1 миллиона долларов, предусмотренного на базе частного предприятия Гишдувон Машхурасе, отведен 1 гектар земли. Успешный запуск предприятия обеспечил занятость 35 человек. На данный момент со стороны этого производственного объекта завершены строительные работы на сумму 2,5 миллиарда сумов. В процессе реализации этого проекта мы создали 19 новых рабочих мест из числа молодежи. Вы и сами можете убедиться сейчас, что мы с большим удовольствием привлекаем к работе инициативных и целеустремленных молодых людей. Вместе с тем мы заключили договор с немецкой компанией на реализацию второго проекта по производству ламинатных настилочных материалов. В прошлом году предприятием была произведена импортозамещающая продукция на сумму 12 миллиардов сумов. И за истекший период текущего года эта цифра составила 8 миллиардов сумов. Для реализации готовой продукции на рынках соседних стран были заключены экспортные соглашения на сумму 1 миллион долларов. Для реализации еще одного проекта по производству разных типов проволочных изделий, применяемых в строительстве, общей стоимостью 1,9 миллиона долларов и основанного на базе открытого акционерного общества Гишдуван «Техстрой Прогресс Плюс» отведено 1,5 гектара земли. Введение в строй этого предприятия дало возможность создать 45 новых рабочих мест. За последние два года стоимостный эквивалент произведенной импортозамещающей продукции составил 17 миллиардов сумов, а за прошедший период 2020 года – 9 миллиардов. Достигнуты договоренности об экспорте в страны Центральной Азии. Намечено дальнейшее расширение ассортимента производимой продукции. В частности, ведутся переговоры с китайскими партнерами по установке оборудования для изготовления бетонных изделий. Ожидается, что осуществление намеченных планов позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, повысит производственный потенциал области и создаст сотни новых рабочих мест.